Недавно в Кишиневе открылся музей вычислительной техники. Он разместился на телецентре в Институте математики и информатики Академии наук Молдовы. Уникальная коллекция содержит довольно редкие экспонаты, которые трудно встретить на территории Европы. Сегодня каждый желающий может ознакомиться с историей развития местной и международной вычислительной техники и узнать, с чего начинались первые шаги в сторону современных ноутбуков, планшетов и смартфонов. Вас ждут самые яркие представители линеек продуктов от Intel, IBM, Apple и редкие жемчужины от Hewlett-Packard, Dell и Fujitsu. Приходите к нам в музей, и вы все увидите сами. Мы работаем ежедневно с 10 до 2 часов дня.